Дневники вампира, 17 серия 7 сезона. Дата выхода 9 апреля. Прости, я знаю тебя. Это не Стефан, и мы не знаем, кто это. Нужно запереть его, чтобы вернуть его в тело. Я не хочу всю оставшуюся жизнь смотреть, как кто-то руководит моим братом. Пора ехать. Мне понравилось это место. Правда, здесь все такое мертвое. Можно повеселиться в этом теле. Плохо и болит голова? Пару минут терпения, и будет яснее. В эпизоде Стефан борется за свою жизнь. После судьбоносного решения его брата, Стефан просыпается и понимает, что он находится между жизнью и смертью, и только его инстинкты смогут спасти его. Время работает против него, и он отправляется в путешествие с целью выжить, вынужденный противостоять всему непоправимому ущербу, что Даймон нанес их отношениям. В это время, отчаянно желающий спасти брата, Даймон расследует одну из своих зацепок, а Мэтт отправляет Валери в Даллас, чтобы заручиться помощью Аларика в поисках Стефана. Когда Райна понимает всю важность новой угрозы, она сама отправляется на поиски Стефана, чтобы найти его прежде, чем это сделают другие.